Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствую, с вами Родригес, и мы будем играть сегодня в Paint the Town Red. У нас сегодня есть прекрасная возможность сегодня посмотреть новые уровни, и мы это сделаем, потому что появились новые, интересные, замечательные выдумки наших, наверное, я не знаю, фанатов Paint the Town Red, и это здорово. Clash Royale, ребята, Clash Royale в Paint the Town Red. Кто-нибудь мог об этом подумать? Я, например, вообще не мог представить, что такое возможно, ребят, но оказывается возможно. Ну что ж, давайте будем разбирать. Если вам нравится Paint the Town Red и нравится вам выпуск новых интересных карт, то можешь поддержать нашу серию лайком. Ну что ж, давайте будем начинать. И вот мы находимся на карте знаменитой Clash Royale. Эта карта, я думаю, ребят, а кто, кстати, играл в Clash Royale хоть раз, пишите в комментариях или поддерживайте серию лайком, если вам нравится Clash Royale. Ну что же, у нас здесь есть три башни, есть здесь оружие, но в Clash Royale такого, по-моему, нет. Там как раз ты покупаешь себе, либо выпадывают из сундучков разные герои, и, соответственно, ты расставляешь их на карте. В общем, такие-то правила, здесь у нас есть три башни, и на той стороне тоже три башни. Если я перейду сейчас черту, вот эту черту, то начнется бой. Но я пока этого делать не буду, мы сейчас просто посмотрим, что на нашей части карты находится. Так, у нас здесь есть щит еще, вон, давайте я щит возьму. И меч, щит и меч, нормально. Будем сегодня зарубаться прям конкретно. Так, и соответственно я смотрю на наших башнях, вон есть типы, короче, стоят. Это тоже, я не знаю, что они будут делать, они, может, кидать будут оттуда что-нибудь или нет. Тут у нас братва стоит, так, у нас здесь ребятки с кинжалами, ребятки с копьями, с мечом один чувачок, и здесь с топором и с мечом. Ну, в общем, народ довольно много. Ну что ж, давайте будем начинать, я предлагаю, наверное, я пойду, наверное, с этого края и посмотрим, что здесь будет вообще, что будет здесь происходить. Так, переходим. И началось! Нате вам! Понеслась! Головы рубим! Головы! Ох, ничего себе, что там происходит! Посмотрите, наши ребятки-то как атакуют. О, а я могу здесь тоже ходить? Здесь нормально? Вау, ни хрена себе по мне попали! Вы что творите? Наших валят! Смотрите, как наших валят-то дико вообще. Жесточайшая, между прочим, битва. Меня полосанули очень серьезно. Я, кстати, вот этому здоровяку как раз... Так. Я его щитом кину, наверное, так. Смотрите, я ему отрубил руку. Так, тихо, ребятки. А где, кстати, чуваки на башнях? Они спрыгнули. Я что-то не заметил, что с ним произошло. Но давайте будем смотреть, что у нас здесь будет твориться. Как мне вообще будет довольно трудно, наверное, здесь выживать. Хотя, если я найду нормальное оружие, а оружие, в принципе, можно найти. Если хотя бы есть оружие, это прекрасно. Представляете, нашу армию всю замочили. Я остался один. Ну как такое возможно? 9 человек осталось, а если я вас сейчас немножко покидаю, давайте сейчас посмотрим, я сейчас хочу вас, наверное, запустить в космос. Что он здесь, кстати, можно, может быть, отсюда можно слинять с этой карты, а? Давайте попробую я вот так, о, можно перелезть, ни хрена себе, вот это да, можно, кстати, обойти здесь такие места зрительские, наверное. А сюда можно запрыгнуть, а повыше можно? Я хочу повыше забраться, а повыше, о, еще можно выше. Это классно, можно побегать, попрыгать по палаточкам. Воу, крутяк. А на башню? Нет, на башню я что-то не могу запрыгнуть. Я уже был обрадовался. Хотя, в принципе, вообще вполне возможно, что можно и на башню запрыгивать. Хотя, если можно сюда запрыгнуть, значит, можно, наверное, и туда. Что-то мне кажется, что это, в принципе, возможно. Хотя, нет, наверное, не получается. Ну ладно, дело не в этом. Давайте добьем уже мерзавцев, потому что, я думаю, мы должны победить. Я предлагаю победить, да. Смотри, какой он. Я в него нож воткнул, ему ничего не происходит. Он вообще здоровый. Здоровый кабан. Так, возьмем-ка мы, наверное, еще мечик. И рубанем ему немного. Вот так вот, да. По ручкам валим. Так, осталось еще прилично народу. Я сейчас их запущу, наверное, куда-нибудь. Давайте подаем к центру. Вот так вот, да. Осталось 6 человек. И я попробую сейчас шок-вейв сделать. Давайте создадим сейчас шок-вейв и посмотрим. О, меня грохнули, но они куда-то улетели. Офигеть, они взлетели в небо. Так, ладно, неплохая карточка у нас была. Давайте попробуем еще разочек. Я хочу попробовать, хотя можно, наверное, взять топор. Топор и меч. Ой, топор и щит. Ну что, давайте. Меч сразу же понеслась. О, вот это здоровяка сразу беру на себя. Я надеюсь, что...
Я хочу перебить народ здесь, на их территории, для того, чтобы наших хоть немножко побольше выжило. Посмотрите, наших убивают вообще на раз-два. Что творится вообще? Они опять всех убили! У нас один чувак остался, все, больше никого. Ну что ж такое-то, серьезно? Вот это у нас Clash Royale самый настоящий. Ребят, пишите, кстати, в комментариях, предлагайте ваши идеи по поводу новых известных игр. Я смотрю, здесь такая прям шумиха начинается, хайп по поводу новых интересных каких-то проектов. Вау, чуваки улетают за кадр даже, вау, один вообще улетел на зрительские ряды. Обалдеть, обалдеть. Так, в голову воткнул копьем одному, влетело, так, неплохо, неплохо. Еще одного слили. Задорово. Так, ты что поднялся? У нас ты что поднялся? Дай булаву. Булава вообще хорошая штука. Очень-очень хорошая. Да, мы, конечно же, затащим. Мы затащим. Я думаю, без проблем. Вот так вот, да. Вот так вот. Вот так вот. Ах ты, гад! Посмотри, какой у него был выпад. Вот эти вот выпады, да, их добавили. Это очень круто, кстати. Мне очень нравится, что они могут теперь делать выпады и... Так, я просто возьму меч. Давай будем сражаться на нашей территории, или можно даже вот здесь, самым крутым. А, у нас один еще, между прочим, жив. Или его голова? Почему она улыбается? Что с ней? Что с ней? Что с ним, вернее? А, бро? Тихо. Сейчас мы тебя рубанем, точно. Ну же. Ручонку отрубили. Готов. Изи! Затащили мы каточку. Это прекрасно, ребята. Эту катку мы сделали, и это очень круто. Ну что ж, давайте посмотрим еще какой-нибудь уровень. Я предлагаю, потому что уровней очень много выходит, ребята, очень много. Что мы еще не смотрели? Я, пожалуй, поставлю лайк этому уровню. Мне очень понравился. Вообще, в последнее время прям Paint the Town Red очень-очень сильно меня удивляет. Это очень прикольно. Так, какие у нас еще? У нас очень много интересных каточек, которые мы еще не глядели. Но хотя можно бы их, собственно, посмотреть, уже давно пора. Давайте мы глянем какую-нибудь интересную, например, что-нибудь старинное. Нет, давайте мы сейчас что-нибудь из новенького посмотрим. Пожалуй, вот такую вот свеженькую тоже карту. Называется у нас новый... Сэндбокс, я так понимаю, да, у нас здесь находится. Посмотрите, здесь очень много интересных каких-то здесь моментов. Я не знаю, что здесь вообще происходит. Тоже первый раз открываю эту карту, поэтому давайте, ребят, будем вместе разбираться. Так, у нас здесь довольно много, я вижу, тут заключенных что-то стоит. А здесь что с ними происходит, я что-то не пойму. Они, в общем, видимо, как-то они... задержанные, что ли? Я ничего не могу понять. Ладно, давайте возьмем просто дробаш или нет. Зачем нам дробашек? Дробаш мы, наверное, не возьмем. Так, одного грохнул. Просто можно их что, убивать? И они никак не агрятся? И не они... Или агрятся, или все-таки да. Так, нет, смотри-ка. Понеслась. Оу! Так, а это кто у нас такой? Ты что у нас стоишь вообще без дела? Так, погнали. Оба, здесь пошла заруба, ребят. Здесь пошла заруба, но почему-то они между собой стали биться. Я вот этого не пойму. Посмотрите, какой выпад сейчас был. Какой был сейчас выпад, это... Слушай, по одному удару они дохнут. С одного удара. Давай-ка электрошокером тебя немножечко вот так вот, да, утихомирим. Потому что я что-то смотрю, какие-то они жесткие, ребятки. Пирата тоже. Различные сэндбоксы постоянно добавляются, это прикольно, это на самом деле очень круто. Так, а что у нас? У нас берсерки, мне показалось, что у нас берсерк добавился. Нет, берсерка пока нет, давайте сейчас дойдем берсерка и... классный электрошокер Самато. Вот, берсерк ready, и сейчас мы сделаем это дело. Хорошо, так, отлично, давай еще. Пробиваем. Шикарно! 9 человек уже осталось. Кто-то меч схватил, но это зря. И с ноги пиратова. Да, попали мы неплохо. Чувака воткнул какое-то копье. А этих что у нас стоят? Что вы стоите? У них вообще жизни нет. Один удар, они сразу умирают, что интересно. Тут какие-то, видимо, пытки проводят, я так думаю, да? Ох, как было с ноги-то здорово. Так, пират с кем-то у нас здесь сцепился. С кем-то сцепился и...
по-моему, у них уже не обречены. Я думаю, просто нужно добить этих людишек, потому что спасти их никак нельзя, мне даже их немножко жалко. И, пожалуй, я попробую с дробаша! Вот так вот. Отстрелил ему руку. Готов. Красиво, красиво. Ну что ж, можно просто эпично закончить. А тут бесконечные патроны, что ли? Серьезно? Они вообще не заканчиваются. Как так? Ладно, ну что ж, это у нас был такой сэндбокс интересненький. А можно еще что-нибудь поглядеть, потому что у нас Paint the Town Red огромное количество карт, и они постоянно появляются, и это всегда приятно. Так, мы, наверное, найдем еще что-нибудь. Давайте мы посмотрим, к примеру, я специально хотел сделать сюжетик по Outspace Battle. Давайте посмотрим, битва в космосе какая-то такая называется у нас. Воу-воу-воу, что это такое? Что здесь? Что здесь происходит? Мы типа где-то в космосе находимся? Оу! Чувак, ты чё? Я только появился, чё творится? Чё творится? Вот это бойня! Меня сразу же ранили дико при том. Очень сильно. Мне дали в руки меч. Смотрите, со щитами братва у нас. На меня налетает просто целая толпень. Так, дайте ко мне. Он со щитом, чувак. Давайте мы сейчас будем рубить. Я вижу, тут какая-то интересная прям карта. Очень много братвы со щитами. Это круто, ребята. Со щитами валить их теперь стало намного труднее, сложнее. И как бы опаснее стали противники. Так, а если я вниз попробую спуститься? Какое-нибудь найти оружие, видимо... О, есть пистолет! Нормально. Нормалечек. Да ладно! Ты смотри, выпад-то у него какой был, серьезный. Уходим, 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 уходим. По ногам, по ножкам. Пробиваем, пробиваем. Офигеть! Просто офигеть! Посмотрите, как здесь трудно. Я в него даже много раз вообще стрелял. Видимо, нас здесь захватили. Захватили, братву, все. Этот чувак вообще горит. Так, вот этому надо здоровяку ноги ему. Ноги. Со здоровяками нужно бить по ногам, потому что, когда ему разбиваешь ноги, он просто тупо умирает. Это такая фишка. Так, у меня, кстати, есть друзья здесь, и нас, походу, захватили. Вот такой вот интересный здесь сюжетик. Ну, вот этот зеленый чувак в шляпе, он вообще серьезный дядя, я смотрю. Он прямо вообще серьезнейший. Так, отлично, отлично, отлично. Пока норм, пока норм. Держимся, держимся. Вот это у нас заруба-то, а? Жесточайшая. Прекрасно, прекрасно. Так, наши друзья еще живы. Это уже воодушевляет. Это воодушевляет и позволяет нам... Так, вон того чувака скинули. Тихо, 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 тихо. Зеленый. Ай, жесть какая. Так, давайте сюда. Давайте немножко мы сейчас разбавим. Пригласим их вот сюда к нам прогуляться. Сколько у них жизни, серьезно? Сколько у тебя жизни? Ты какой-то бессмертный. Ты какой-то бессмертный. Так, вылазим, у меня есть меч. Отлично, зеленого грохнули. Уже хорошо. Ой. Оставьте моего друга в покое. Его запинали. Его запинали уже. Опа, 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 опа. Так, я случайно по своему другану попал в этой каше, но он вроде как нормально. Нормально ко мне относится, я надеюсь, что... Так, 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 этот здоровяк вообще не хочет сдаваться, вообще никак. Смотрите, он не дохнет просто. Сколько у тебя можно стрелять? Ты какой-то мега-босс. Жесть какая-то вообще. Какой-то бессмертный, серьезно, он убивает моего друга. Я беру, пожалуй, наверное, меч. Вот это у нас сегодня серия. Заруба, прям вообще, все уровни. Че такое? Чья-то рука.
Так, у нас впереди целое путешествие. Побег из космоса. Здесь, ребятки, у нас со щитами, да? Здесь у нас со щитами. О, нормально, да, сбили одного, второго. Прекрасно. Работаем. Работаем. Опа, резанули. Так. Смотри, как он поворачивается. Но у нас есть... Тихо. Шансы, что... Можно их вообще сбить. Я предлагаю их вообще сбить. Скинуть отсюда можно как-нибудь, а? Дайте хоть кей, что ли. Дайте кей. Так. Как мы их сбивали, я не пойму. Кей сломался. Вроде только что можно было с ноги их сбивать, но... Но никак. Не получается так. Ладно. Серьезные ребята, серьезные со щитами. Так, рубанули. Я ему руку отрезал. Так, разбил одному щит, одному руку отрезал. Так, они стали уже более-менее теперь уже... Так, все. Валим, да, прекрасно. Есть какое-нибудь оружие хорошее, чтобы нам дальше биться? И какой-нибудь меч, к примеру. Что-нибудь еще. Так, только бейсбольные биты остались. Идем дальше. Интересный у нас побег в космосе. Так, а что здесь? Что здесь находится? Главное не сдохнуть просто вот как-то по глупости, потому что это будет очень-очень печально. Это у нас какая-то лестница тоже необычная. Так, проходим дальше. Никакой здесь ловушки нет, потому что я от Planet Thunderhead уже всего ожидаю. Где-то идет заруба, где-то идет месиво. Я слышу, что кто-то где-то дохнет. Оба, там внизу что-то происходит. Давайте походим здесь. Посмотрим, что у нас здесь находится. О-о-о-о! Повара! У них там что-то жарко у поваров-то, а? Ну, давайте с поварами разберемся. Они как у нас? Ах, одного. Мочканули. Так. Ждем вас. Чувачки! Что-то повара какие-то, они довольно... Обычно более агрессивные, но не в этот раз, я смотрю. Так, добили. У нас есть еще берсерк. Давайте в огонь его, вот так вот, да. Он сгорел. Ой, вода брызжет, огонь. Что-то у них здесь вообще непорядок. Просто непорядок. Так, дальше куда? Здесь, видимо, была сцена, кто-то играл. Но мы этого уже не узнаем, кто здесь и что делал. Давайте поднимемся еще выше. Что-то здесь находится, видимо, да? Оба. Что произошло здесь? Чувачки. Так. Что это такое? Вентилятор. Оу. Как это круто. А можно его выключить, а? А можно его выключить? Может быть, нам надо было туда пройти как раз, нет? Так, теперь нужно с другой стороны обойти. Как отсюда выбраться? Там на троне кто-то сидит? Тут какой-то... Ой-ой-ой-ой! Это босс, походу! Это, походу, босс, дорогие друзья. Сидел спиной к нам. Там еще внизу что-то происходит. Ну ладно, давайте будем с ним биться. Я ему руку сразу отрубил. Вообще изи, просто изи. Ребят, мы его сделали. Я аж подумал, сейчас будет заруба жесточайшая, но нет. Мы его грохнули прямо очень быстро, очень-очень быстро. И хорошо. Так, это у нас выход, это у нас проход. Дальше там куда-то еще нужно идти. Я что-то вижу, что-то там вообще происходит. Что здесь такое? Какой-то пират. Смотрите. Чувака скинули. Я не понимаю, еще какая-то кнопка. Мы включили двигатель, я так думаю, да? Короче, мы включили двигатель у нашего космического корабля, и сейчас мы будем улетать. Мы всех вроде как убили, но там еще что-то вдалеке. Вот, еще какой-то здесь проход. Так, что у нас здесь? Паренек? Что там такое? Впереди, я не знаю, что-то ужасное. Там, наверное, пройти невозможно. О, он встал! Он из огня поднялся. Это какой-то непростой был чувачок, потому что, посмотрите, он горит, и ему пофигу вообще на огонь на самом деле. Так, может быть, его нужно добить, чтобы он не мучился. Какой-то Фредди Крюгер прямо.
Воу, братва бежит! Тихо, перепрыгиваем их! Хорошо, что умею прыгать очень высоко. Умею очень высоко прыгать, у меня меч сломается об них. Так, бежим еще, у нас что-то должно сейчас здесь быть. Так, еще рубим. Тихо, они, смотри, какие. Они какие жесткие-то, а, ребятки? Так, рубанули. Есть. Готов. Все. Давайте хоть вниз спустимся. Здесь столько загадок на этой карте. О, здесь что? Что это? Реально, что это такое? Вот это да. Так, пираты какие-то, да? А, я могу взять... Какая-то статуя была. Так, гитарой. Давайте отрубим. Тут у нас кто-то. Здесь народ. Что вы там делаете? А, это дружбан мой. Блин, они упали. Я не видел, что это мой друг. Серьезно, я не видел. Они упали в раскаленную какую-то хрень. Хватай же топор, ну. Давайте завалим. Просто я видел, два чувака что-то стоят, и они сгорели в огне, посмотрите, ужасно. А там еще и шипы какие-то, ну просто невероятный уровень. Так, а вы что здесь стоите? Кого охраняете, а? Мы сейчас будем вас валить, серьезно. Сейчас будем вас валить конкретно при том. Так, одному ручку я отрубил. Давайте попробуем еще рубануть. Отлично. Так. Туда лучше не подходить, я так думаю, да? Здесь что-нибудь еще есть? Смотрите, какие серьезные охранники. Реально, их хрен завалишь. Вот прямо вообще. Не валятся, вот просто никак. Мне кажется, даже пролетает мой топор мимо него. Сломался об него топор. Берем гитару. Гитара должна затащить. И... Давай! Отлично, гитара. Просто ты что-то. Ты... что-то с чем-то. Еще чувак стоит. Смотрите, как много там охраны. Оу, там какой-то мега крутой пират у нас. Там какое-то пиратище. Хватаем гитарами. Гитарами сегодня будем добиваться. Так, бро, давай. Вот это выпад. Вот, ребята, вот эти выпады с мечами, они просто шокируют. Иногда тут прям передо мной поднялся. Есть, смайт у меня включен. Давайте попробуем с смайтом сейчас поработать немного. Вот так вот раз. Вот так вот два. Вот так вот раз. Так, этого слили. Давайте босса. Босса валим еще. Еще смайт. Давай. Скорее, ну. Посмотрите, как он злющий просто. Мечом. На молнии босса не берут. Две всего молнии я успел сделать, да? Ну, так вот. Немного. Так, у нас... Я бы взял, наверное, бы меч, скорее всего. Добили, да! 8 человек еще осталось. Откуда? Что здесь происходит? В этой чертовой комнате? Что мы включили, я не понимаю. Мы что-то нажали... Что-то где-то сработало. А, вон там что-то открылось. Посмотрите, там открылась какая-то хрень. Убралась. Убрались вот эти вот шипы. И что это значит? Дальше что? Вообще, оба. Так, она появилась обратно. Шипованная там 60. Чего-то там. 60 равно лава или что? Что там такое, непонятно. Что-то нарисовано, возможно, эта кнопка как-то... Нет, эта кнопка уже не нажимается. Так что я предлагаю еще походить. Наверное, что-нибудь мы здесь еще найдем. Невероятный уровень, друзья, невероятнейший уровень. Так. Ну, я не знаю, куда мне еще идти. По-моему, мы везде уже были. Ребят, пишите в комментариях, если мы еще где-то не были. То есть, так, вот тут наверху мы были. Тут еще много чего не видно. Просто освещение не везде есть, и поэтому... так, сюда мы прошли.
Здесь мы всех убили, я вот все запустил, тут двигатель, все у нас заработало. Короче, какая-то космическая серия. Так, идем дальше. Вот вопрос, если я пропрыгну сюда. Тут еще ребятки есть. Так, 4 пирата осталось у нас. Все правильно, мы двигаемся, можно спускаться вниже, да? Мы перебираемся прямо в другой корпус, получается. Что это такое? У нас висит, что это? Что это такое? Я не могу это взять. Здесь вот у нас оружие скрытое, здесь у нас... Что за хрень? Тут кнопку надо было нажать. Так, я обжегся. А куда теперь дальше? Ну, ладно. Можно, наверное, подняться повыше. Короче, еще идет 4 человека, хрен их знает где. А может быть, какие-то здесь еще есть секретные комнаты, но впереди. Может, что-то залагало, я не знаю, что там происходит, но везде огонь, ребята, везде огонь. И очень-очень жесткая. И очень интересная карта, на самом деле. Мне нравятся такие карты, где постоянно что-то придумывают, и это очень здорово. Я думаю, наверное... Так, мы нажали здесь, может, там что-то открылось. Может быть, там что-то, нет? Там тоже ничего. Какая-то есть, наверное, еще какая-то загадочка. Я даже не знаю, что тут еще можно нажать. Все кнопочки вроде понажимали. Не думал я, что когда мы начинали, когда первые, помню, серии выходили по Paint the Town Red, что до такого дойдет, что прямо будет вот такая вот... такие уровни будут прямо навороченные выходить. Это очень, кстати, приятно, что разработчики все-таки не стоят на месте, что если официальные выходят уровни, правда, не так часто, но больше всего, конечно же, впечатляют уровни от любителей Paint the Town Red, от того, что они творят вообще и какие уровни они прикольные делают. Это, конечно же, отдельный, я думаю, респект, ребята, от нас. Пускай занимается этим, потому что это очень круто. Так, я еще куда-то вот сюда спустился. Я стараюсь обойти все здесь закоулочки, но больше ничего не вижу. Я думаю, мы, в принципе, обезвредили все. И можно заканчивать, да, ребята? У нас еще где-то 3 чувака потерялись. Может быть, они упали с карты, скорее всего. Где-то там, наверное, возможно. Ребят, если нравится Paint the Town Red, то можете поддержать нашу серию лайком. Пишите комментарии, какие бы вы еще хотели карты увидеть в будущих выпусках. Ну, а с вами был Родригес. Желаю хорошего настроения, успехов, удачи. Подписывайтесь на YouTube-канал. Если вы у нас впервые, делитесь этим видео с друзьями. Всем счастливо и пока-пока!